Я уже шестой раз сегодня, шестой раз сужусь, и все время против прокуратуры. Указывает, значит, на первый, это неопытный срок, мало отбыл, хотя нигде я не пойму. Я написал в апелляционную инстанцию, что я не мало отбыл, я отбыл положенную часть, одну третью. Прокуратура, суд мне ответил, что возможно наличие иска, который должен быть это. Сегодня я приехал сюда, мне опять внесли протест, значит, меня содержали полтора месяца в тюрьме, опять же, когда это первое, я просился, отправьте меня, говорю, обратно в колонию или туда. Значит, я в суде доказал, суд, значит, определенность апелляционной инстанции Восточно-Казахстанской области принял решение, вот это, оставление законного, постановление в своем полном и меня это перевели в Кустанай. Кустанай я обратился, опять же, я говорю, я не сам написал, попросил органы прокуратуры, какие-то протесты будут с вашей стороны. Работник органов прокуратуры, что протесты, если будут, я не буду писать. Нет у вас никаких возражений протестов. Я написал. Потом колония дала мне характеристику, и за то, за карантин, который я там сидел, мы успели, значит, я никогда не отрицал ни устав, ни что-то внутреннее распорядки. Мы, значит, собрались, наладили там этот, участвовали в спортивной жизни мероприятия, работали со всеми вместе, вышел на работу, работаю, но почему-то дали характеристику, что не целесообразно отпускать. Хотя на момент этого я оплатил иск, я заработал эти два поощрения, с меня сняли степень, но я из ладно, не они мне не доказали, и я не смог доказать. Значит, где-то посередине что-то застряло, не пойму что. Значит, я продолжаю работать, продолжаю участвовать в общественных мероприятиях, но на всех мероприятиях ни к чему не отказываюсь, но раз осудили, и вот опять прокуратуру против. И опять же, ссылается, не пойму, на какую статью, значит, мало сидел, много сидел, высшее мера поощрения. Я считаю, что суд тоже назначил этот, но отказал. Я же в одной колонии, в конце концов, находился, в системе КУИСа, где вот адвокат сказал, черным по белому написано, что я не приехал с Китая или с этого суда, я приехал с колонии, где черным по белому написано мои характеристики и мое время пребывания, как я себя характеризую. Я понимаю вас, понимаю прокурора, понимаю их, ваши задачи. Угу. И поймите меня, что мне тоже смысл проводить время, там, выходить на работу. Я не отказываюсь ни от чего, но просто когда-то же должна вас застрелить справедливость, если она есть вообще. Судебная коллегия по уголовным делам Кустанайского областного суда постановила. Постановление суда номер 2 округа Кустаная 26 июля 2018 года в отношении осужденного Ахмеджанова Ахметбека Масакбаевича оставить без изменения. Частную жалобу защитника Геращенко интересах осужденного Ахмеджанова оставить без удовлетворения.